Всем здравствуйте. Ну как, скучали по мне? Ну ладно, если даже не скучали, я не расстроюсь, не обижусь ни на кого, потому что, ну а что, да? Есть что показать, показываю. Нечего показать, не показываю. То есть как бы тут все просто. А на данный момент у меня есть новости, и поэтому я хочу с вами поделиться этими новостями. И давайте приступим. Давайте сразу, опять же, зайду немного издалека. А это по поводу шайбы. Сейчас я сюда вставлю коротенькое видео, на котором я вам покажу, какие шайбы я на данный момент смог изготовить. И не факт, что буду их устанавливать. Поехали. Вот решил показать, какие шайбочки у меня получаются. Нано-шайбы, так бы я их назвал. Ставлю это видео, как-то, ну, этот обрывок, то есть какое-то основное видео при встрече с вами. И вот хочу показать, какие нано-варианты. Помните, может, мне кто-то как упрек, кто-то как претензию предъявлял, что шайбы у меня большие. Вот, в сравнении с тем, что производилось ранее. Вот это вот разница сейчас. Нет, ничем. Вот, видите? Ну, что хочу сказать по этому поводу. А скажу я следующее. Как есть опять, как всегда. То есть, вот данная шайба несет силовую нагрузку. Что ваша оправа не разрушилась при какой-то там боковой нагрузке. Они бывают. Особенно при правке заточки. И то есть, чтобы у вас не было таких проблем, таких вот неожиданных неприятностей, произведены вот такие вот диаметром шайбы большие. Миниатюрные шайбы, они служат только для эстетического вида. Ну, чуть-чуть, да, как бы они помогают задержать клепку, чтобы она не расходилась вот так вот в стороны, то есть, как бы, и не рушила оправу, но силовой нагрузки она держать не сможет, но будет эстетично. Вот как-то так. То есть, если я сказал, сделаю, будут у меня маленькие шайбы, значит, вот, пожалуйста, маленькие шайбы. Второй кусочек видео вставлю сейчас о том, что я говорил, что будут у меня штихеля из твердосплава. Вашему вниманию, штихеля из твердосплава для узкой канавки и для широкой канавки. Ну да, ручки, конечно, какие были, пока временно воткнул, чтобы протестить. Тест прошел успешно, то есть как получается успешно. Даже мою дамасскую сталь, которую грызет только керамика, твердосплав тоже может ее грызть, пока она не закалена. Поэтому вот эти вот варианты уже побывали в работе и показали себя успешно. То есть не крошатся, грызут сталь, которая в районе 5, ну, почти 50 единиц по Роквеллу. Ну а теперь перейдем к самой сути. И я вам покажу то, над чем я сейчас работал в последнее время. Это вот над такими вот клинами. Их 1/4 назвать, в принципе, еще рановато, хотя они уже 1/4 являются, но все же ближе, мне кажется, к клину. По радиусу 75%. Классическая форма. Дамасская сталь. Многослойка. Да, обратите внимание. В этот раз сделал насечку интуитивную. Я бы так ее называю, потому что я ее делаю не глядя. Вот так вот представляю ее. Что там, где там режется, представления не имею. Потом только посмотрю, о, смотри, как-то попал. Вот как-то так. Поэтому интуитивная, ее так назовем. Здесь я так вот ляпнул просто ради спортивного интереса. И сделал у всех кромок, то есть их формирование. Формирование делается для того, чтобы понять, то есть, что от этого дальше ждать от лезвия, то есть прямой заточки, узкой, широкой, вообще ждать ли этой заточки. Вот здесь все хорошо, здесь просто я не знаю, как вам, чтобы отблеск был. Здесь все хорошо, да, вот такие вот на головках фасочки сделал, знаю, некоторые ремешки царапают, поэтому вот как бы во избежание итогов. Это раз. Это вот 2С,
немножко другая форма, но тоже та же классическая, и моделька та же. Дамасская сталь та же, но вот видите, я как тут вывел. Вот, чтобы на Эрли она была такая, хох, как ветер. Вот так вот. Потому что тут слои не важны, хотя есть тоже их дофигища. Но вот немножко, чтобы хоть что-то необычное было. Также интуитивная, как ее там, насечка. Ну, вот видите, вот здесь вот интуиция меня подвела. Ну, подвела. Я уж там и зеркало поставил с той стороны. Вот здесь вот нарезается. То есть я здесь ничего не вижу. Стоит зеркало. Вижу. Ну, толку от этого никакого. То есть, как бы вот так. Шваркать не очень хочется, потому что тут уже заусенчик. Да, по заточке, вот смотрите сами. Только я посмотрю мимо камеры. Да, все хорошо, беспроблемно. А, по геометрии с торца не показал. Вот теперь все. Следующее. Самое звонкое. И самое опасное, естественно, в этом смысле, потому что чем больше звона, тем больше грохота при падении, как говорится. Как бы тут не пролететь. Вот тут есть такое вот, видите, опять мимо камеры посмотрю. Вот. Вот здесь чуть тоньше, чем вот здесь, пример. И также с этой стороны, хотя здесь более нет, ровненько. Но все же есть, есть, есть. Вот здесь вот более тонкое место. Поэтому есть переживание, что она может быть и получится. Но если бы она уже подавала бы признаки того, что не получится заточка, то есть она бы уже сейчас, вот эта кромка не получилась, она вышла. Она ровная, она правильная. А это уже есть хорошо. Вот, опять та же интуитивная. Ну, это да. Фирменный колосок. Как некоторые говорят, знак качества. Ну, вот если не подведет здесь вот тонкость сведения, то да, знак качества будет подтвержден. Это та же моделька, немного уже и немного изменена вот тут. Вот. Та же интуитивная, смотрите, как не глядя, да? Сам удивляюсь на себя. И вот клинообразный обушок. Вот так вот с торца. Все зафасковано. Все по уму. Ах, это как сусить цепляется. Да, по заточке, смотрите, все ровно, красиво. Хотя были от нее намеки, думаю, ну все, наверное, тут не выйдет. Нет. Шикардос. И вот так он. Ну, клин вообще не должен звенеть. В принципе. А тут звон идет. Думайте сами. Вот это я штихельком побаловался. Вот тем самым. Просто пробничек. Думаю, да, сделаю, испорчу, так испорчу. Нет, так нет, мне уж не привыкать. Вот. Ну, такую вот веточку. Когда еще сталь была не закалена, а это 47 единиц я замерял. Вот он, штихель этот, режет. Твердосплавный. Так, с торца. И что? По заточке смотрим. Давайте опять мимо камеры взгляну. Здесь, по-моему, тоже никаких мне проблем не было, я не помню. Ну да. Хотя все-таки вот здесь вот утоньшение есть посередке. Чуть-чуть. Но это грубое, это просто формирование. То есть эта заточка, она будет выравниваться во время того, когда я буду их таскать по камням, она будет постоянно выравниваться, выглаживаться, и все это в струночку будет все выходить. Да, вот здесь вот тоже интуитивные, видите, отступ есть у первого. Вот так вот я не глядя делаю. Ну и тут тоже есть легкие промахи, да. Но, конечно, трактор тот еще, прям вот гусечный трактор. Реально, вот как она цепляется, это все, это, о, ее даже уронить сложно просто. Она не съедет ни в жизнь, никогда.
Вот как-то так. А что дальше, спросите вы, да? А дальше больше. Закупил я тут всяких материалов хитрых, интересных, цветастых, классических, неклассических. Все закупил. Вот. И хочу сделать оправы классической формы, но чтобы они выглядели, ну, далеко не по классике. Чтобы они были настолько особенными. Если вы просто взяли эту бритву и кому-то подарили, то это будет лучший подарок из всех, что этому человеку когда-то ранее дарили. Ну, скорее всего, надеюсь, будет так. Но если ему там Бентли дарили, то, конечно, Бентли будет лучше, чем этот вариант. Но, опять же, где? Бентли, оно там, в гараже, да? А под рукой-то что дома-то с тобой живет? Правильно. Вот. И поэтому будет, то есть, давайте так скажем, один из лучших подарков, который вы бы, например, получили бы, если бы вот подарили такой вариант. Поэтому хочу постараться. Надеюсь, у меня это получится. Это, опять же, никогда не является фактом, но надеюсь, это получится. Вот. Снова у меня спохватились. Да, по бритвам все, пожалуй, не буду тут разбусоливать. Спохватились, опять пропал, опять куда-то скрывается. Не, мужики. Все тем же самым занимаюсь, приемным производством. То есть, приемным как? Я его как ребенка принял тут производство с ножами. Теперь оно на моей шее. Горб трещит уже, как бы еле справляюсь. Но я вот когда туда хожу, то есть, как бы там поработать, там вот клиночки пошлифовать, там, ну, ручки не люблю делать. Но смотря какие. Поэтому, может, и за ручки возьмусь. Так вот, тут сделаю штук 10, там 20-30, вот как-то так вот шарахаюсь. И знаете, что я заметил, вот, например, вот после такого перерыва, когда взялся снова за бритвы, такое ощущение, что я был в отпуске. Настолько там все просто, вот с этими ножами. Я понимаю, сейчас многие скажут, да где там просто, там головняк такой еще. Да, это да, согласен, смотря с чем сравнивать, но в сравнении вот с такими вариантами, вот тут вот, да, тут головняк в кубе. И поэтому, ну, напрягся даже, напрягся. Вот сейчас как бы я уже маленько подрасслабил, тут как бы булки, так как говорится. Все думаю, каким словом заменить это слово. Вот, и думаю, да, ну, сейчас я тут бам-бам, туда-сюда, да нифига не сейчас бам-бам. Поэтому, вот, ну, так и буду продолжать. Так и буду пропадать время от времени. То есть, когда-то за бритовки возьму, сделаю бритовки. Когда-то опять уйду вот на ножи, их изготавливаю. Причем там у меня тоже появились свежие новые идеи, от которых не хочется отказываться и хочется их воплотить в жизнь. Поэтому уж извиняйте, что я тут как бы стал редким гостем на канале. Редко видимся, но одному сложно все объять. Как один сказал, кто-то, я не помню, как его уже звать, в школе еще изучали. Нельзя объять необъятное. Вот один человек так сказал. И вот, в принципе, я объял необъятное, но это происходит настолько долго и сложно, что я наполовину бы согласился с этим выражением. Вот так вот. Увидались, поздоровались, как говорится, показал, что к чему да как. Ну все, тут как бы сложно мне разговаривать с камерой. Вот, то есть какая-то штуковина передо мной стоит, блин, я с ней болтаю, ну как-то да, странновато так все ощущение, как сам с собой как будто разговариваю. Но я понимаю, что все же при загрузке на YouTube вы, то есть, будете уже на одной волне со мной. А на этом пока все. По результатам обязательно покажу все, расскажу, что да как. Ну и это оцените, может быть, насколько там у меня, как говорится, прошибло на новые идеи, на новые веяния и новые какие-то творения. Мне будет тоже интересно ваша критика, похвала, которой немало обычно. Ну, и самое главное, чтобы
как говорится, комфортного и мягкого бритья в итоге. Давайте вот так скажу. И на этом, пожалуй, закончу. Все, пока. Увидимся.